Среди мужской части населения, как правило, считается зазорным играть в The Sims. И дело тут не в предрассудках, а в том, что хранение очага само по себе это не совсем привычное мужчине занятие, тем более в играх. Да, строить это интересно, но если рядом при этом нет опасности, если дом не осаждают враги, любые хоть из ЖКХ, если нет кого защищаться, а процесс добычи ресурсов и поддержания жилища в удобоваримом состоянии сведен к условностям, то нам становится просто скучно. Во всяком случае, мне. Другое дело, это стратегии или же сравнительно молодой жанр survival, он же выживантус. Игра The Forest, или говоря по-русски «Лес», как раз относится к этому жанру, причем к тому его подвиду, что представляет из себя песочницу. Развлекай себя сам, не забывай, конечно, про сюжет. Завязка, по сути, очень проста. Самолет терпит крушение на непонятном острове, наш протагонист выживает, но вот зато его сына по имени Тимми, также пережившего катастрофу, похищает какой-то абориген. Цель игры — найти сына и вернуть его. Все. Звучит просто, но на деле все не совсем просто, и в этом прелесть игры. Так как мы потерпели крушение, мы изранены, голодны, очутились в потенциально враждебной среде, первым делом необходимо, конечно же, найти место для лагеря и, собственно, создать его. К счастью, у нас с собой была книжка-брошюрка о том, как выжить в диком лесу. Вот так совпадение! Не иначе, как Бэр Гриллс нам лично ее и подарил. Но, как ни странно, она помогает. По факту, книжка — это наше меню строительства. Первым делом необходимо соорудить костер и палатку. Огонь необходим, чтобы согреть холодными ночами, высохнуть после дождя и, опять же, не отморозить себе что-нибудь очень важное. Ну и, конечно же, приготовить еду. Еду, понятное дело, необходимо добыть самому. Можно успешно наткнуться на дикорастущие ягоды и нажраться их, правда, с тем же успехом они могут оказаться ядовитыми. Игра умалчивает, приходится ли герою после такой жратвы сидеть в кустах полдня. Просто он теряет здоровье. Да и в целом, ягодам нужно довольно много времени, чтобы вырасти. На одних ягодах долго не протянешь. Нужно мясо. Поэтому необходимо быстренько пробежаться по лесу и поохотиться на местных кроликов, ящериц, енотов, белок и оленей. По побережью также ползают черепахи и крокодилы, так что надо быть осторожным. А не то черепаха тебя сожрет, да. Безусловно, охотиться на них голыми руками нереально, поэтому голод и приближающаяся голодная смерть толкает нашего героя на изобретательство. Весь крафт происходит в меню инвентаря, выполненном опять же в модном нынче стиле «сколько вижу, столько и есть». Найти пару веток в лесу — это плевое дело. Из этих пары веток можно сделать простенькое копье, и вот уже им можно как раз таки набить места. А если потренироваться его метать в цель, так и вообще красота. Вообще, сразу после крушения нам обязательно дают топорик, и в принципе он довольно универсален, но аутентичнее все же действовать так, как игрой задумано. Изобретать. Попутно необходимо обустраивать, разумеется, базу. Костер и палатка — это, конечно, здорово, но вместо мелкого костерка можно было бы соорудить кострище, а вместо палатки можно уже и хижину соорудить. И вот тут уже начинаешь понимать, что все эти держатели для палок, камней и бревен действительно необходимы, ибо ресурсов понадобится довольно много. В меню построек всегда сказано, сколько и чего нужно. Как правило, нужны уже названные три основных ресурса. Ветки, которые находятся прямо в лесу или нарубаются из кустарников, камни, которые валяются под ногами и в обилии, и в прямом смысле через пару секунд спавнятся у тебя за спиной, стоит лишь отвернуться, что делает постройки из камней, кстати, очень выгодными. И бревна. Бревна, понятное дело, это срубленные деревья, поэтому бери топор и херач вот от сих и до заката. Дольше не советую, потому как ночи тут действительно такие, что ни хера не видно. И ладно бы просто видимости не было, так еще и очень скоро игрок начинает понимать, для чего в меню постройки нужны различные стены, ловушки и стойки для оружия. После первого дикого вопля в темноте и тонны отложенных от этого кирпичей, и после первого набега бледных аборигенов на твой скромный лагерь, ты осознаешь, каким ты был дураком, когда решил, что самое страшное из встречного тобой — это крокодил. И вот ты как дурак бегаешь вокруг костра, громко ругаясь матом, прям в монитор на гнусных аборигенов-каннибалов, окруживших тебя. Причем окруживших очень грамотно, эти гниды, ой, как любят действовать на нервы постоянными перебежками. Просто встанут и смотрят на тебя, смотрят, смотрят, потом херак, дают кросс на несколько метров в бок и снова смотрят, смотрят. Толпой, да, со всех сторон. И мало того, что просто смотрят, так еще и ломают твои постройки. Поэтому перед тобой встает серьезная дилемма. Растопить листьями костер поярче или сэкономить их до утра, чтоб потом вытереть себе задницу после встречи с этими гавриками. Можно, конечно, вступить в бой, даже с превосходящими силами врага, но тогда будь готов получить по черепу дубиной, да, после этого ты очухаешься в пещере рядом с другими счастливчиками и, в принципе, можешь сразу выбираться из нее, вернуться в лагерь и продолжить его обустройство. Ведь теперь ты уже не просто лох какой-то, ты понял, каковы приоритеты строительства на острове. И вот ты начинаешь обносить лагерь забором из кольев, на забор навешивать другие колья, вокруг устанавливать ловушки, а внутри лагеря строить огороды, сушильни для мяса,
мясо, поилки и прочее. И тут ты понимаешь, что одними палками и бревнами уже не обойтись. Нужны иного рода ресурсы, которые можно получить только от цивилизации. Например, для ловушек нужны веревки, для поилки черепашьи панцири, для огорода семена. А для того, чтобы заверить мясо, надо его, собственно, сначала добыть. Да и вообще, инвентарь не бесконечный, поэтому, чтобы таскать побольше ресурсов, нужно накрафтить себе всяких там мешков для палок, для камней, для ягод, для копий, еще хрен знает для чего. Так что, как бы тебе не было уютно в своей крепости одиночества, гражданин Супермен, но наружу придется выползать. На марше необходимо следить за уровнем воды и еды, разумеется. Умные люди берут еду с собой, удачливые находят по пути съедобные ягоды, предусмотрительные разведывают местность и запоминают, где и что растет, а также собирают те самые ягоды в мешки. Кстати, не только съедобные, но и ядовитые. Ими можно отравить стрелы, да и не только стрелы. Потому что очень скоро вы обнаружите, что местные людоеды здесь живут уже давно, и лагерей по острову у них немерено. Можно вступать с ними в бой, а можно обходить по стелсу. В принципе, игра поощряет оба подхода. Можно из листьев и шкуры ящериц наклепать себе маскирующие брони, а из зайчьего меха сделать бесшумные сапоги. И ныкаться по кустам с луком, отстреливая незадачливых крикунов. А можно сделать доспехи из костей тряпок и как берсеркер Кхорна кинуться на них с топором. Кстати, последнее удобнее в том плане, что тела убитых, дабы не гнили впустую, можно прям тут же и сжечь, а из костей наделать новую броню взамен поврежденной. Потому как костяной доспех очень хорошо спасает от ударов, в том числе и со спины. Хотя, с другой стороны, листья со шкурами ящериц добывается тоже элементарно. В деревнях каннибалов, сплошь увешанных трупами менее удачливых пассажиров самолета, можно как раз-таки найти много интересного. И веревки, и тряпки, ржавые кастрюли, и даже динамит. В общем-то, без таких рейдов ваш лагерь сильно прогрессировать не сможет. Зато стоит разжиться нужными ресурсами, как строительство и крафт попрут в гору. К разведанным местам можно будет провести канатные дороги, вокруг забора расставить импровизированные катапульты, вокруг базы расставить, опять же, чучело из расчлененных аборигенов, чтобы неповадно было. Внутри периметра разместить кроличьи фермы, а на реке построить плавучий дом. Крафтом копья, разумеется, тоже сегодня ограничится. Луки, дубины, рогатки, факелы, отравленное оружие, котяные доспехи и даже примитивная алхимия. Самый настоящий гербалайф, между прочим, всяких там ГМО. Потер алоэ с хинацеей, получил энергетик. Это тебе не яшку по подъездам глотать, гражданин. Ресурсы, кстати, восстанавливаются. Ветки деревьев вырастают, в поселениях респавнится керосин и динамит, так что при регулярных рейдах жить можно припеваючи. Впрочем, благодаря регулярному респавну вещей в лагерях жить, наверное, даже слишком легко. Как это ни парадоксально, самая распространенная еда на необитаемом, мать вашу, острове — это газировка и шоколад, блэд, новельный, серьезно. Такое чувство, что где-то тут работает кондитерский завод, который платит аборигенам за рекламу своей продукции. Безусловно, рано или поздно протагонист наткнется и на пещеры. Пещеры — это отдельный ахтунг. Идти туда надо во всеоружии. Мало того, что там полно всякой нечисти, так еще и холодно, и сыро, и голодно, а главное, темно, как в жопе у тех самых аборигенов. К счастью, у игрока всегда есть бесконечная зажигалка, которая худо-бедно освещает пространство вокруг, так что совсем без света ты не останешься, не сцы. Ну вот, о здоровье своем в глубине пещер все же позаботься, ну и о безопасности тоже. Вскоре, кстати, ты обнаружишь много интересных вещей под поверхностью леса, которые в какой-то мере является еще и минусом игры. Во-первых, ты найдешь современные топоры, луки, возможно, даже арбалеты и кремниевые пистолеты. Последние два на пару выстрелов, ибо амуниции к ним не крафтится. А вот топоры — это все-таки хорошо, но когда ты находишь бензопилу, извините, они становятся практически бесполезны, разве что в случае атаки на аборигенов. Но просто потому, что пила, кто бы мог подумать, деревья приходят за считанные секунды, а керосинка не добывается чуть ли не в любом лагере аборигенов, ну прям как в супермаркете, ей-богу. Притом его так много, что девать некуда, в буквальном смысле некуда, он только вот для пилы и нужен. Учитывая, что карта не генерируется заново при новой игре, она тут статична, нужно просто более-менее знать, где ты упал с самолетом, и сразу же сходить за нужными инструментами, по пути собрав катану, что называется, почувствовать себя самураем недоделанным, кучу шоколадок и газировки, благодаря которым от голода в пещерах помереть очень проблематично, а еще динамита и осветительных шашек, конечно же, которых, по крайней мере, хоть много не утащишь, и, конечно же, фонарик, который, в отличие от зажигалки, придется перезаряжать, поэтому нужен он редко. Вообще, это проблема игры. При всем потенциальном разнообразии крафта и построек, оба этих элемента сильно ограничены, что начинаешь замечать уже очень скоро. Многие вещи просто не нужны, многие дисбалансные, комбинаций маловато. Но вот в чем игру точно нельзя обвинить, так это в ее умении удивлять. Вот ты запасы динамитом укрепил лагерь и уже радостно показываешь фиги беснующимся аборигенам, как вдруг откуда ни возьмись на тебя начинают переть настоящие мутанты. Какие-то эмбрионы, многоножки, многоручки и прочие уроды, которые быстро показывают тебе, что твой забор —
как тебе сказать, помягче, что говно на пару ударов. Справиться с ними заметно сложнее, зато с них можно срубить пластины брони, более крепкой, чем костяная. Только ты приноровился отбивать их атаки, как приходят их синюшные усиленные аналоги и снова дают прикурить. И вот, когда ты уже познал дзен, обнес базу не саным забором, а настоящими ежами, крепкими, как я не знаю что, а из базы выходишь не пешком, а только на канатной тяге, как тебе прилетает огромная птица, состоящая из личинок, и просто аннигилирует нахер твою стоянку. Тут ты понимаешь, что хоть тебе жопой надрали, но ты доволен как сучка, ибо это вызов. В частности, именно поэтому играть лучше в кооперативе. Игра рассчитана на группу до 8 человек, и если без модов, лучше больше не делать, хотя в теории можно. Безусловно, обороняться в несколько рыл проще, чем в одно. Ну а самое главное, проще строить базу. Потому что, чтобы построить серьезный укрепрайон, тебе необходимо только делать, что пилить бревна, таскать бревна, пилить бревна, таскать бревна, пилить бревна, таскать бревна. В перерывах между пилением и тасканием бревен ты будешь пилить и таскать ветки, а также собирать камни, семена и прочее лесное говно. Другое дело, когда двое рубят лес, двое заняты постройкой, а еще двое на обороне. Ну или просто хотя бы вдвоем играете. Это дико облегчает процесс. Вы хотя бы с голоду не сдохнете, потому что опять забыли сходить на охоту. Ибо некогда, ведь лагерь постоянно осаждают. Чем больше дней прошло с вашего падения, тем больше борзеют мутанты. Они просто перестают давать вам спуску. Их атаки перманентны. Не проходит и 10 минут, чтобы очередной отряд не налетел на вас во главе с каким-нибудь там очередным шестируким восьмихуем. И тут опять же в несколько копий обороняться проще. Если помереть в кооперативе, то вместо пещеры отправной точки будет самолет, а внешность персонажа сменится, как формально и сам персонаж. У него, кстати, есть показатели атлетизма, силы и прочего, но они не играют совершенно никакой роли. Этот аспект в игре проработан плохо. И, кстати, я не рекомендую играть с незнакомыми людьми. Мало того, что кооперации не будет никакой, быстро разочаруйтесь, так еще и некоторые баобабы любят ломать твою базу с улюлюканьем иногда и с читами выходить из игры. Играйте только со знакомыми людьми и только в закрытых сессиях. Однако, чем дальше идет процесс, тем скучнее становится. Те мутанты, которых я перечислил, это практически исчерпывающий их список, там лишь двух не хватает в нем, один из которых финальный босс. Постройки быстро осваиваются практически все. База разрослась, враги больше не помеха, леса освоены, все, что можно, скрафчено, и тут ты вспоминаешь, сука, в игре ж есть сюжет! И таки да, по игре разбросаны различные подсказки в виде картинок и записок, которые призваны намекать на происходящее, откуда взялись мутанты вообще, что тут в принципе творится. И надо сказать, пусть сюжет не замысловатый, словат от слова совсем, он прост, неизящен и прямолинеен, но все же весьма интересен. Ну, по крайней мере, интересно раскрывать его, ползая по пещерам. Тут на руку играет дизайн, все же он пусть не на высоте, но как минимум он неплох. Трудно хвалить за один только голый остров и кучу пещер. Повторюсь, смотрится все здорово, но это просто дикая природа, без каких-либо там особых красивых видов. Графика тоже не блещет изыском. Она неплоха, особенно на момент 2014 года, но все же тут есть над чем работать. Например, над белесой яркой палитрой, напоминающей Fallout 76. Тоже можно сказать и про оптимизацию. На машине более чем подходящей даже для ультранастройка, она очень часто заметно проседает. О комфортной игре можно забыть, при том, что ничего такого, что могло бы оправдать подобное, например, какого-то там особо красивого света, теней или иных эффектов, я не заметил. Скорее, оптимизация здесь просто не заморачивались особо. Игровых багов тоже в достатке, какие-то в глаза почти не бросаются, вроде провалов текстуры, а какие-то просто жутко бесят. Например, катя тележку с бревнами, ты рискуешь наехать на камень или еще на какую-нибудь там корягу и словить знатный рокет-джамп. Первые 5 раз это смешно, но когда по пути из пункта А в пункт Б это случается 3, это уже раздражает. И тебе повезет, если ты выживешь, а если нет? А если играешь один, топать из пещеры из-за глюка игры раз за разом? Это несерьезно. К слову, самое важное в игре — строительство, сделано не так уж и удобно. Скудное меню — это понятно, но вот когда невозможно изменить высоту, например, чертежа, причем не в принципе, а только из твоей позиции, то это дико неудобно и кастрирует и без того потенциально кастрированный геймплей. И да, конечно же, нельзя не упомянуть тот момент, что игра как бы совсем не детская. Мало того, что аборигенки не стесняются щеголять голыми сиськами и задницами, которые, конечно же, так себе прорисованы, но тем не менее, так еще и в игре присутствует брутальная расчлененка. Чтобы изготовить отпуги врагов чучело, надо нарубить много голов, рук, ног и прочих частей тела. Для этого ты берешь, собственно говоря, топор, подходишь к трупу и смачно рубишь его, пока не покатится нужная часть по дерну. Сказать, что порой это напоминает симулятор Джека-потрошителя, не сказать ничего. Особенно если учесть, что на вяльню можно повесить не только кроликов и ящериц, но и голову, или даже ногу, или там руку, а потом, видимо, ее сожрать. Не знаю, не пробовал, но иначе зачем их вялить-то, в принципе. То есть можно стать чем-то похуже этих уродов с острова, по идее.
Но это не минус, это скорее особенность. Зато вот атмосфера игра похвастаться все же может. Ты действительно чувствуешь себя единственным выжившим, оказавшимся на необитаемом острове, полном опасности, прямо как в дурном сне или в не менее дурном сериале, например. Поддерживает атмосферу красивая музыка. Я бы назвал ее неплохой в целом, а трек из главного меню так и вовсе отличным. А под тяжелые мотивы приятно рубить бошки этим самым лысым кретинам. Несмотря на кучу косяков и недоработок, ругать игру не хочется. Вышла она из Greenlight, то есть это бюджетная подделка, и подделка она очень неплохая, прям вот совсем даже неплохая, чуть ниже уровня Don't Starve, а потенциально даже выше. Проблема в том, что, насколько мне известно, потенциал так и останется потенциалом. В 2014 году она вышла в альфа-версии, а сейчас она уже считается релизной. Ну и, судя по всему, разработчики больше над ней не колдуют. А жаль. Forest, как по мне, это одна из тех игр, которым бюджет был бы очень кстати. Прогнать по тестам, убрать баги, добавить постройки, врагов, усилить сюжетный накал, оптимизировать и навьючить графон, и вот, перед нами шедевр. Но имеем, что имеем. Впрочем, то, что имеем, все равно достойный проект. Если вам по нраву жанр выживантусов или в вас сидит архитектурный гений, которому по нраву атмосфера нетронутого леса, то эта игра для вас. Тем более, что в настройках игры можно выставить полное отсутствие врагов и просто наслаждаться выживанием в более-менее спокойном лесу. Ну а уж если у вас есть бригада лесорубов-сорванцов, то хватайте их в охапку и тащите в игру, строить свой личный Арсениум. Ну или хотя бы деревню Арсимеровку с преферансом и куртизанками. Главное, про Тимми не забудьте. Как многие до вас.